Командир, Стивенс хочет лично поблагодарить вас за выполненную работу. Подождите минуточку. Теперь, командир, попытаемся еще. Переправьте солдат, нам придется много летать. Тереза, сюда! У меня в руках управление. Поняла, что будешь делать? Сначала я найду оружие дальнего действия, чтобы было чем защищаться от агентства. Потом я проберусь в башню диспетчеров. После всего найди вертолет, чтобы смыться оттуда. А как у тебя настроение? Могло бы быть получше. Прием. Надо забрать парня у главных ворот. Сделать это быстрее, чтобы у нас остался запас времени. Кто этот парень, сержант? Зачем он нам? Действуй. Почему так долго? Я жду уже 10 минут. Да, сэр? Я должен проследить за погрузкой. Если я опоздаю, ты покойник. Понятно, сэр. Тереза, у меня что-то есть. Мне кажется, я видела здесь Томаса Холмена. Мы вместе тренировались в агентстве. Холмен? Я его не знаю. Он работал над созданием модуля. Я его узнала. И что будешь делать? Собираюсь заговорить с ним. Ты слышал это? Слышал что? Мне показалось, что я слышал что-то. Готовьте мой вертолет к немедленному взлету. Поставьте второй вертолет рядом. Остаток груза охраняется. Обо всем будет вам доложено. Сэр, F-22 готов к взлету. Но груз, который вы ждете, еще не погрузили. Ваш пилот нервничает. Хватит, свяжись с Холменом. Узнай, в чем дело. Мы не можем ждать. Лиан, я подтверждаю, это был Гейб. Агентство собирается покрыть гору нервно-паралитическим газом. Останови его. Я знаю, я захвачу самолет и убью пилота. Не теряй время, уходи с горы, спасай людей. Понятно, прием. Нет, сэр. Простите, сэр. Я знаю местонахождение транспорта. Диспетчеры готовы, но груз еще не на борту. Я не могу пробраться через главные ворота, но все должно получиться. Тереза, свяжись с Гейбом и скажи, что я практически справилась. Он может ехать. Поторопись, ему нужна помощь. Он пытается тормознуть поезд. Что? Позже объясню. Этиан на борту? Я на пути к башне, я... Не дай ему пройти тело. Я знаю, прием.
Осторожно! Держи крепче! Это должно быть здесь, я сам проверял. Посмотрим, что здесь. Нет, мы немедленно едем в Нью-Йорк. Если времени будет достаточно, чтобы активизировать плазму, нам не нужны указания. Мы можем начать создание образца и предоставить процесс. Иначе погрузка будет невозможна. Иди в тот квартал и проверь все лично. Потом проинформируешь нас. Ты должен быстро справиться с этим. Ясно. Мне здесь подождать? Нет, ты проверишь, все ли готово для взлета. Я хочу, чтобы ты лично проследил за транспортировкой плазмы. Понятно. Тереза, я отрываюсь от всех. Это мой шанс встретиться с ним. Я иду. Хорошо. Только не убивай, прежде чем получишь информацию. Понятно. Прием. Я справлюсь без твоего согласия. Сэр, извините. Сука! Hello, Holman. Привет, Колман. Ну что, как дела? Помнишь меня? Remember me? Leon, you escaped. Leon, ты сбежала? Oh, слава богу. Don't even try. Даже не пытайся. Я знаю твои планы. No, I was trying to Нет, stall them, пойми, trying to find я a way пытался to get найти выход. You just loaded two missiles. Вы послали два истребителя для уничтожения транспортного самолета. No, that's Нет, not true. Это неправда. Ты лжец, Холман, и не очень хороший. Другие агенты тоже куплены тобой. Ты хочешь продлить свою жизнь? Ты скажешь мне, где Морган держит плазму? Я не знаю. Я умираю. Вирус убивает меня, и я очень зла. Где плазма Фейгана? Где ее взять? Я не могу тебе помочь. Я не знаю, где та плазма. Все, что я знаю, так это то, что ученый Морган готовил биоматериал для транспорта. Транспорт? Где? Я не знаю. Я знаю только то, что что-то произойдет в Нью-Йорке. Они больше ничего не сказали. Я лишь выполнял приказ. Да? Мы все выполняем приказ. Сделай это быстро. You have no У тебя idea, нет идей насчет этого дела. Learn, тебе надо поучиться. Я полагаю, ты не выйдешь завтра на работу. Твой босс не простит тебя. Что за черт?
вперед, пошли! Нет, сэр, агент Хоман еще не выходил на связь. Все уже готово к взлету F-22. Готовность номер один. Все ждут, сэр. Сержант, мы готовы. Что у вас там? Агент Фоган, ваш вертолет готов к немедленной отправке. У F-22 еще не убрали подпорки. Если хотите... Все хорошо. Я на самолете, перевозящем груз. Теперь найди контейнер. Я думаю, агентство приберегло для меня что-то. Вертолет готовится к взлету. Если я его остановлю, я перехвачу вертолет. Хороший план. Удачи. Ну все, я заебался ждать. Стойте здесь. Когда придет агент Хоман, пусть свяжется со мной немедленно, и я дам ему дальнейшие указания. Да, сэр. Тереза, у меня тут неприятности. Здесь произошла авария. Она сообщает, что там пожар. Предположительно, вызван аварией. Но кто знает, дым закрывает видимость во всем районе. Понятно. Надеюсь, я смогу дышать. Дым очень густой. Помоги мне найти дорогу и пожелай удачи. Прием.